Здесь, в этой мастерской, рождаются новые люди, точнее, перерождаются. С помощью кисти она может полностью изменить лицо, сделать его безупречным или до жути безобразным. Когда я что-то создаю, я чувствую себя счастливым человеком, полноценной личностью. Я чувствую, что я исполняю свое предназначение во Вселенной. Этот маскарад сейчас в тренде. Косплей – так называется направление и даже субкультура. Костюм ангела или демона? Что ближе? Если ты встречаешь ангела, это не значит, что это позитивный персонаж. Завершающий штрих любого образа – грим. Кто бы мог подумать, что та самая мрачная девочка год с черными губами в черном длинном плаще, которая стеснялась настолько, что и время у прохожих боялась спросить, сейчас разгуливает по городу в эпатажном наряде. Ловит взгляды прохожих, порой неоднозначные, но это уже не важно, ведь правит она собственным балом.